Всем привет! С вами канал Живая планета. Мы все привыкли к внешнему облику животных и их размерам, конечно, тоже. Но вы даже не догадываетесь, какие из них бывают гиганты. Что ж, сегодня мы посмотрим на самых больших животных в мире. Поехали! Вашему вниманию представляется паук под названием птица ед этот паук обитает в тропических лесах Южной Америки. Он может питаться лягушками, птицами и даже небольшими змеями. Размах ног птицееда Голиафа 33,5 см. Для сравнения, самого большого паука я у себя летом в песочнице видел. И он максимум был 6 см в размахе. То есть птицеед Голиаф. В 10 раз больше. Я вот представляю, что будет с вашей рукой, если такой паук вцепится в нее. Но, но я бы не хотел бы этого. Бурый медведь. Высота его на задних лапах примерно 2 метра 40 сантиметров. Но самый большой медведь был в высоту почти 4 метра. То есть стоя на задних лапах, он бы был ростом больше, чем даже одноэтажный дом. Гигант упал в двух шагах от охотника. Тот слинул в него двумя пулями, и одна из них попала ему в сердце. Крокодил. Средняя длина крокодила 4,5 метров, но один из них лолонг был в длину 6 метров, 10 сантиметров. Его удалось изловить за два месяца, но все равно лолонг умер в возрасте 50 лет от рака легких в зоопарке. Еще есть крокодил-убийца длиной 7 метров, которого до сих пор не удалось изловить. Самой большой змеей в мире является, конечно же, анаконда. Длина ее примерно 11 метров 45 сантиметров. Но в зоопарке Сан-Диего живет питон длиной 14,5 метров.